3000 челябинцев подготовились к холодам во всеоружии. Привились в эти выходные от гриппа абсолютно бесплатно. Все выходные в торгово-развлекательных комплексах работали выездные бригады медиков. Насколько безопасно ставить прививку в ТРК и спасет ли она от гриппа, знает Маргарита Хижняк. Здесь у нас склады элементы. Температура не должна быть выше плюс 8 градусов. Медсестра аккуратно пакует вакцины в сумку-холодильник. Перевезти из больницы в ТРК «Фокус» нужно 1000 доз. Шприцы, вату и бахилы медики упаковали заранее. Прививки везут в последнюю очередь. В торгово-развлекательных комплексах идут последние приготовления. Медики крепят плакаты, дезинфицируют мебель. Чтобы обустроить мобильную прививочную, санитары приехали за час до открытия магазина. Впрочем, пациенты пришли еще раньше, чтобы занять очередь. Перед тем, как поставить вакцину, пациента осматривают, меряют давление и температуру. Если все показатели в норме, то делают укол. Расскажите, как ощущение, не больно? Великолепно. Процедура бесплатная. С собой нужно иметь всего лишь паспорт, полис или водительские корочки. Препарат ставят современный, отечественный. Защищает он от всех основных штаммов и легко переносится. Ставить его можно даже беременным. Здесь, в общем-то, все, как бы сказать, предусмотрено. Видим, шторочкой загораживаем, обработка идет, в общем-то, и по санпиду, тут все нормально, тут ничего страшного. Уже третий год мы сюда выходим, люди уже здесь знают, они как бы оповещают заранее, так что они идут с удовольствием. Маргарита Зайцева на прививку пришла одна из первых. Привела с собой всю семью, родители, брата и сына. Сама женщина работает в управляющей компании и боится за свое здоровье, ведь каждый день ей приходится общаться с сотнями клиентов. Мы каждый день встречаемся не только с людьми, у нас есть и дети, и взрослые. Хотелось бы, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Мы всех привлекаем к этому. В эти выходные акция «Грипп. Знай врага в лицо» прошла в 10 ТРК Южного Урала. Прививку поставили больше 3000 человек. Отмечу, что вакцинация – это единственный надежный способ защиты от гриппа. Всего же в этом году медики бесплатно привьют 1 000 000 южноуральцев. Это дети, студенты, пенсионеры и беременные женщины, а также учителя, врачи, транспортники и коммунальщики. Кроме того, препарат можно купить и самостоятельно. Поставят его бесплатно в поликлинике по месту жительства. Стоит вакцина от 300 до 500 рублей. А повторная акция в ТРК пройдет через неделю, 13 октября в субботу. Прививку вновь будут ставить всем желающим. Маргарита Хижняк, Дмитрий Абрахин, ОТВ.